В одной парикмахерской работали частный парикмахер и его молодой ученик. Однажды молодой ученик говорит парикмахеру: «Знаете, тут нам после обеда поведался какой-то тип приходит. Каждый раз считает людей в очереди и уходит. Странно, — говорит пожилой. — Да, вот сейчас тоже скоро придет, наверное». А тот старший говорит: «Слушай, ты посмотри, куда он идет, незаметно, выйди потом и посмотри». И действительно, скоро подошел тот мужик, хорошо одетый, посчитал людей в очереди, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и ушел. И за ним выскользнул этот молодой, и потом вернулся и говорит: «Знаете, он купил цветы и пошел домой». Саша говорит: «Ну тогда действительно псих». «Нет, — говорит, — он к вам пошел». «Матрёна, прекрати жрать. О, ты заботишься о моей фигуре? Нет, ты жрёшь мою водку». Если вы видите пьющего в одиночку человека, не спешите с выводами. Возможно, это корпоратив индивидуального предпринимателя. «Ты знаешь, к нам в район экстрасенс приехал. Такие чудеса творит. Сказала девушке: брось костыли и иди. Она бросила костыли и пошла. Ух ты! А чем же та девочка болела? Кашлем. А костыли? Та дедушке своему несла». «Петруха, я тихо радуюсь за вас. Неделю назад открыли ресторан. Сейчас там уже от клиентов даже места нету, где сидеть». «Да подожди ты радоваться, уже закрываемся. Во-первых, все посетители, родственники мои и Матрёны, хорошо, что не со всего света. Во-вторых, они задолбали до инфаркта моего повара советами». Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте.